Да, действительно, Украина переживает сегодняшний день непростое время, но спорт как никогда являлся объединяющим фактором. Фактором, который несет в себе объединяющую миссию. Как Нельсон Мандела сказал, спорт имеет силу поменять мир. Особенно турнир, который уже многие годы, более 15 лет, объединяет спортсменов с разных стран. Более 1500 спортсменов, более 27 стран приняли участие в этом турнире. И уверен, что этот турнир подарит боксу новые имена и даст возможность ребятам развиваться. Я желаю каждому из участников турнира показать свои лучшие качества, силу воли, стремление к победе, показать свой характер и победить в турнире. Не только лишь братья Кличко будут, я и Владимир будут присутствовать на турнире. Мы также готовим специальный приз лучшему боксеру турнира и надеемся, что все, кто участвует в турнире, получат тот ожидаемый результат, к которому они стремятся, и все, кто придут посмотреть на турнир, также прикоснуться к великой силе спорта и одному из старинных видов спорта, который захватывает внимание миллионов, миллиардов людей по всему миру – бокс. Если благотворительный фонд готовит сюрпризы, значит, сюрпризы будут. Будут приятные сюрпризы.